Международный турнир по дзюдо собрал более 800 спортсменов от Калининграда до Камчатки. На 8-й Кубок Носова приехали 100 команд из 10 стран. Соревнования, которые принято считать детским чемпионатом мира, в этот раз впервые приняли люберцы. Анна Троян расскажет, как это было. Вместо кукол и гимнастической ленты они выбрали кимоно и не прогадали. В программе Кубка Носова впервые выступили девушки. Алина Бедрединова из Самары показала отличный результат. Спорт для дзюдоистки не просто хобби, а образ жизни с самого детства. На большие победы ее вдохновляет желание стать мировой чемпионкой. В 2018 году выступала на чемпионате Самарской области. Я стала первой. Мне помогает спорт, главное бороться. Нас готовили очень серьезно к этим соревнованиям, чтобы мы именно выиграли тут. На международный турнир за победой приехали более 800 человек. Это участники со всей России, а также Финляндии, Молдавии, Эстонии и Румынии. Для юных спортсменов от 8 до 12 лет это самые масштабные и престижные соревнования по дзюдо. 8 лет назад их создала команда бронзового призера Олимпиады в Афинах Дмитрия Носова. Заслуженный мастер спорта по дзюдо уверен, что это лучший спорт. Формирует личность и делает своего рода прививку против различных асоциальных явлений. Наркотики, алкоголизм и так далее. То есть растит здоровую нацию. Это может быть спорт, это может быть искусство, это может еще быть что угодно. Это не важно. Главное, что дети должны быть заняты, у них должна быть цель. И самое главное – коллектив. Потому что с определенного момента, когда у ребенка начинаются трудности, вот этот подростковый возраст и так далее, для него главный авторитет не мама, не папа, не учитель, а коллектив. Чтобы определить сильнейших, потребовалось 2 соревновательных дня. Участникам предстояло по олимпийской системе несколько раз показать свои силы на татами. Кроме престижа победы, на Кубке Носова лучших дзюдоистов ждали уникальные награды. Каждый кубок и медаль – это ручная работа наших кузнецов. Отбивается это уже за полгода до турнира. Ну и плюс наши партнеры, наши друзья, которые ежегодно нас поддерживают. Однако организаторы уверены, самое ценное, что можно получить на Кубке Носова – это колоссальный международный опыт и мотивацию к новым, совсем не детским победам. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.